Мы закончили установку привода троса и подножки степа на автомобиле Mercedes Sprinter 907. Посмотрим, что у нас получилось. Открываем дверь. Автоматически выдвигается наша подножка. Подножка обладает широкой ступенью с нескользящим покрытием, который выдерживает большой вес до 250 кг. Позволяет входить в салон поднятой головой. Пройдемте в салон. И вы увидите, почему заказчик, наш клиент, выбрал именно привод трос. Здесь в этом автобусе комфортабельный современный салон, выполненный по индивидуальному заказу. Поэтому наличие реечного привода, во-первых, мешало бы пассажиру, который находится на этом сиденье, а во-вторых, нарушало бы интерьер, искусно созданный производителем автомобиля. Поэтому здесь установлен привод трос. Его главная особенность – это высокая скорость работы и абсолютно незаметная скрытая установка под обивкой кузова. Давайте я вам продемонстрирую. Я сижу на сиденье на месте возле выхода. Закрывается дверь. Абсолютно спокойно, свободно нахожусь, чувствую себя. Открываем дверь. Точно так же. Мне комфортно. Наш привод трос обладает возможностью настройки ширины открытия двери. В данном случае это сделано вот так. Такая ширина установлена, потому что здесь есть поручный ограничитель. Также есть возможность настройки скорости закрытия двери. Можно регулировать такой параметр. Также, конечно, есть, как и в других наших приводах, возможность функции автооткаты, которая позволяет двери откатываться назад при наезде на препятствие, либо при зажиме в створ двери. Благодарю клиента за оказанное доверие и выбор нашей продукции. По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь в отдел продаж. Контакты указаны в описании к видео. Всем спасибо за просмотр.